начинаем торжественную церемонию, посвященную 78-й годовщине Великой Победы советских войск. 78 лет назад закончилась Великая война. Наш народ победил фашистскую Германию. Годовщину Великой Победы отметили в Зеленогорске. Жители города собрались на мемориале под названием «Павшим». Он был открыт в 1985 году в том месте, где располагается братская могила бойцов Великой Отечественной войны. Здесь покоится 279 солдат, которые защищали Зеленогорск. К сожалению, сложившаяся международная ситуация не позволила провести традиционное шествие бессмертного полка. Поэтому празднование ограничилось торжественным митингом. Уважаемые жители Зеленогорска, дорогие соотечественники, сегодня мы собрались здесь, на этом святом месте, для того, чтобы вспомнить и отдать дань должного уважения, почести тем, кто отстоял нашу великую Родину, отстоял нашу победу. Я приветствую здесь всех вас, дорогие зеленогорцы, гости нашего города, потому что здесь серьезнейшие, сильнейшие традиции патриотические. Они заложены мощными ветеранскими организациями нашего города, продолжаются муниципальными депутатами, местной властью города Зеленогорска. Счастья, благополучия всем вам! С Днем Великой Победы! От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Ильича Беглова поздравляю вас с великим днем, 78-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. С победой! Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной войны за то, что они отстояли нашу страну, наше отечество. Победили фашизм. От имени председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Николаевича Бельского я поздравляю вас с Днем Победы. 78 лет нас разделяют от победных залпов, которые принесли всему миру мир, которые победили фашизм, который вероломно пришел на нашу землю. Да, очень дорогой ценой досталась победа нашей стране. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником, Днем Победы, желаю всем мирного неба над головой, ветеранам долгих лет жизни, героям, не дожившим до сегодняшних дней, низкий поклон. С Днем Победы! Разрешите от лица муниципального совета и местной администрации города Зеленогорска поздравить вас с Днем Великой Победы. Пожелать всем крепчайшего здоровья, самое главное, мирного неба над головой. И память об этой победе мы должны с вами пронести через года, через века. Я считаю, что сейчас в наших учебных заведениях делают все правильно. Возрождаются и уроки мужества, и военно-патриотическое воспитание молодежи. Давайте оглянемся на ту же Европу, которую спас именно советский солдат, никто иной. После торжественной церемониальной части все собравшиеся возложили цветы к воинскому мемориалу. Пока взрослые вспоминали погибших в Великую Отечественную войну, детвора облепила военную технику, которая была выставлена на всеобщее обозрение недалеко от мемориала. Кроме этого, все желающие смогли отведать солдатской каши и горячего чая.